Шокирующие кадры с Европы. Террористы из внешнего рубежа совершили дерзкую атаку под предводительством пресловутой Дэни Накамура. Ой, хватит. Нас работа ждет. Ангаргалисты судно Уюкахарон. Вы пересекли периметр безопасной зоны. Вас понял, ангар. Берем курс к станции Европа. Скажешь что-то, или так и будешь ей щелкать? Я смотрел вообще-то. Закрыли тему, Макс. Это последний рейс. И что я должен сказать? Может, спасибо? Как закончу, можем не работать до конца жизни. Все-то у тебя схвачено. Так и есть. Да брось, что за фигня, а? Туда и обратно с Калиста на Европу, и столько мер безопасности? Это же тюрьма, Макс. Безопасность для них важна. Ну а нападение? Как ты их объяснишь? Внешний рубеж? Они уже полгода наносят удары по всему сектору. Желтая тревога в грузовом отсеке. Явно ерунда. Но все же стоит проверить. Не стоит так париться. Проживешь дальше. Оба бортовых сенсора выдают ошибку. Иди проверь. Да иду я. Личный дневник. Мы пришвартовались в ангаре Калиста. Не можем покинуть штаб, пока они загружают груз. Макс достает меня с этими атаками на Европе. Мы уже делали подобные рейсы. Не знаю, почему сейчас его это беспокоит. Это же просто работа. Нужно просто не высовываться и помалкивать. Ты что, нормально сложить не мог? Надеюсь, не зря спускался. Проверю-ка я и остальное. Вот падла. Нужно и с другой стороны глянуть.
Макс, у нас проблемы. Что там? Посторонние на борту. Вот черт. Внешний рубеж? Да, походу. Ладно. Так, быстро двигай сюда. И осторожнее, они могут быть где угодно. Поглощающее поле еще действует. Ненадолго. Что им нужно? Я откуда знаю? Есть что? Пока нет. Время на исходе. Почему не послушал? Ну же, ну. Вот, черт. Нет. Тюрьмы!
Вы пилот? Да. А он? Он мертв. Тогда второй не нужен. Ладно. Давай тебя вытащим. В декларации указано, что вы везли груз из ангара. Наемники — редкость в этих краях. Я просто работал. А то я не знаю. Терморегуляторы включены. Впервые я разбил корабль. На борт проникли... Пусти меня! Она! Она! Это она! Эй! Остынь, грузовод! Ты свою работу делаешь, а я свою, ясно? Сэр. Да, сэр. Как прикажете. Взять его. Эй! Ты что творишь? Эй! Я ничего не сделал! Уставилась. Тихо! А? Как же я устал от этого дерьма. Так, заключенные не говорят, пока к ним не обратятся. Это ошибка. Я Джейкоб Ли, я не заключенный. Ты заключенный. 532-521. А ко мне обращайся, капитан Феррис. Нет, я просто грузовой пилот. Нас атаковал внешний рубеж. Это она разбила мой корабль и убила второго мне пилота. Мне плевать. Приказ начальника. О, помяни черта. Выбор. Каждый совершенный в жизни выбор привел вас сюда, в этот момент, в это место. Место, в котором вам предназначено быть. Чтобы выяснить то, что раньше никак не удавалось. Цель вашей бессмысленной жизни. Я начальник Коу, и вместе мы найдем эту цель. Приветствую в черной жести. Обожаю последнюю часть. Каждый раз мурашки по коже. Приехали, встать. Заключенный, я отдал прямой приказ. Это ошибка, мне тут не место. Слушай, ты знал, что Каллиста называют мертвым спутником? Мертвым. И ты был бы таким же после крушения, если бы не я. Но черт, все остальные и так считают тебя мертвым. Пора двигаться дальше. Ведь ты на пороге нового мира. Нет. Моего мира. Нет. Хватит цепляться за прошлую жизнь. Ее нет. Отпусти ее. А твоя новая жизнь целиком в моих руках. Так восстань, мертвец! Ладно, бери ее, пошли. Вы прибыли в тюрьму «Черная жесть», исправительное учреждение Оу-Юга. Немедленно пройдите в комнату учета. Эй! Остановитесь! Эй, стойте, стойте! Нет, не надо! Заключенный 532-521. Я доктор Кейтлин Маллер, и вам имплантируют устройство МОР. В соответствии со статьей 412 УК ОЮК. Но, доктор, его нет в системе, мы не знаем... Готовьте устройство. Что за... Какое устройство? Нет! Стой! Ты же врач, блядь! Ага. Стой! Я собираюсь исполнить свой врачебный долг. Старайтесь не двигаться, иначе будет хуже. Иди нахуй! Ааа!
Доктор, остановка сердца. Инъектор. Yeah.